За круглым столом собрались компетентные специалисты, чтобы обсудить важные темы изучения практики применения норм законодательства о нотариате и нотариальной деятельности, а также законодательства об ответственности несовершеннолетних. Кроме того, некоторые вопросы конституционной реформы и многих других. Хотелось бы на месте посмотреть, как работает закон, который на сегодняшний день считаем достаточно прогрессивным и перспективным, поскольку Республика Беларусь достаточно активный участник всех международных процессов. Нотариат – это достаточно важно. Важная сфера деятельности в защите прав и интересов граждан, и поэтому такое внимание, которое сегодня уделяется как раз-таки правовой защите, оно не случайно. Об этом говорит основной закон, и реализация всех положений, которые направлены на развитие этого института, сегодня приветствуется и ожидаемо нашими гражданами. Около 5 лет юристы прорабатывали правовые нормы, которые легли в основу закона об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности. Документ вступил в свою силу 3 января 2021 года. И внес некоторые корректировки, которые затронули организацию работы нотариусов, интересы граждан и юридических лиц. Теперь пришло время сделать тщательный анализ, насколько положительны изменения от принятых новелл. Нас интересует, конечно, и как нотариусами воспринимаются эти нормы, как люди относятся к этим нормам, стало ли людям лучше, удобнее ли. Мы сегодня посетили нотариальную контору в Бресте, разговаривали с людьми, разговаривали с нотариусами. Ну, в общем, достаточно позитивно они относятся к тому, что внесено. Эти изменения работают уже почти полгода, и мы можем сказать, что на практике эти изменения применяются, они своевременны, они актуальны, они полезны для граждан, потому что главное в деятельности нотариата – это защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Поэтому работа по измененному закону показало то, что были необходимы эти изменения. Ну и кроме того, сегодняшнее мероприятие очень важно, я считаю, потому что имеется обратная связь между теми, кто принимает законы, и теми, кто реализует его на практике. Изменения этого года уже принесли свой положительный результат, но на этом новшества для служителей ФИМИД и нотариусов не заканчиваются. В ближайшее время мы будем рассматривать законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. Ряд положений этого закона, о котором мы говорим сегодня, о нотариате и нотариальной деятельности, содержит серьезные положения, которые так или иначе касаются норм гражданского законодательства. Это совершенствование страховой деятельности нотариусов, это изменение порядка выдела доли при открытии наследства. Это более активное участие нотариуса в хозяйственной деятельности, то есть фиксация определенных документов и волеизъявления участников хозяйственных отношений. Это соблюдение нотариальной тайны. Эти все вопросы Гражданского кодекса. Поэтому мы бы хотели, конечно, чтобы вот эти новые положения сегодня прозвучало, как они работают и что мы можем привнести в Гражданский кодекс. Насколько эти положения современны, насколько они нужны нашему обществу. Только таким образом, применяя и проверяя, можно добиться хороших результатов для того, чтобы правоотношения были урегулированы должным образом.